وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. Абдуллах ибн Амр, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает: «И если кто-то желает быть отдаленным от огня и войти в рай, то пусть смерть застанет его верующим в Аллаха и в последний день, и пусть он относится к людям так, как желает, чтобы они относились к нему».